Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новый видосик по Мазинку, чуваки, но это будет не серия, а просто важная информация, очень важная инфа, пацаны. Как вы знаете, нашлась группа модпакера, которая делает модпак для Мазинга. Я вам сливал модельки, там, посмотрите предыдущие ролики, я оставлю описание. И также вот его группа, пацаны, обязательно советую всем подписаться, ссылка тоже будет в описании, чтобы следить за всеми новостями. Но самое важное то, что мы... я тоже сможем поучаствовать в разработке модпака и помочь, так сказать, чтобы его быстрее сделали. Каким образом? Сейчас я вам покажу. Смотрите, данный человек сделал вот такой вот пост. Завтра поеду за клавиатурой. Предлагайте пока что свои варианты автомобиля в комментариях. Прочту обязательно все. Поэтому, пацаны, обязательно просто заходите и какие вы хотите машины, там, предлагайте, картинки скидывайте вот сюда в комментарии, что бы вы хотели видеть в модпаке Мазинга и так далее. Я думаю, он будет все читать, потому что, ну, человек, видно, грамотный, все охуенно делает, постоянно активит его группа. Поэтому, я думаю, он обязательно все посмотрит, обязательно подпишитесь и подпишитесь также на его канал. Ссылка тоже вот на его канал будет в описании, это его канал, здесь выходили, вышло три видео, три презентации автомобилей, это BMW M5 F90, Audi Q7 и Audi R6 Avant. Посмотрите, кому интересно, кто не видел, я, в принципе, в предыдущем ролике смотрел эти видосы, но кто не смотрел, обязательно советую посмотреть и подписаться на канал, я сам подписался. Это не реклама, пацаны, чувак даже не знает о том, что я... лажу в его группе, я снимал видос и так далее. Он даже этого не знает, понимаете? Просто давайте человеку сделаем приятное, потому что я брал материалы из его группы. И тем самым давайте ему отплатим тем, что подпишемся на его группу. Но это, в принципе, в ваших интересах, потому что вы сможете поучаствовать в разработке модпака. И, возможно, его с нашей помощью быстрее сделают. Потому что чувак много чего делает, в принципе, моделей разных. Можете предлагать свои варианты, я тоже вот предлагал свои варианты. Я хотел бы, чтобы вот такую вот Ригеру добавили. Кёнигс Ригера 2016 года. Я думаю, если ее добавят, было бы очень круто, потому что моделька реально классная. Я в Умтана не ездил, и вот этот автомобиль мне очень нравится. Я был бы рад, если бы ее добавили. Здесь уже почти 40 комментариев. Вот, всякие предлагают свои варианты, чтобы в Спорта вернули вот этого. Вот, разные варианты. Вы тоже можете предлагать, скидывать фотографии. Повторюсь, ссылка на группу будет в описании. Кому интересно. Вот, короче, Boxster. Он такой был, Porsche, по-моему. Вот я предложил, чтобы вот такие вот диски поставил он на BMW M560. Надеюсь, он ее не уберет из модпака. Вот, видите, сколько люди предлагают своих вариантов. И вы также можете предложить. Мы можем вместе с вами построить модпак. Не знаю, будет он прислушиваться ко всем мнениям, но думаю, обязательно все посмотрит, учтет и все-таки какие-то модели возьмет в модпак, какие вы предложите. Также здесь проходит голосование вот такое вот. Стоит ли делать двойные цвета на автомобиле, покраска салона вторым цветом, то есть чтобы красилась машина, кузов и салон. Я тоже проголосовал «да», вы тоже голосуйте, как вы считаете. Я считаю, было бы круто, потому что не все модели красят салон. А хотелось бы, на самом деле, потому что хочется как бы выделяться, чтобы не только машина была другим цветом сама, ну и салон, чтобы чисто под себя сделать, чтобы было по кайфу. Поэтому обязательно голосуйте. Вот он слил еще, кстати, новую картинку. Это Range Rover SVR, по-моему. Вот уже рамочка готова. Ну, пацанчик, видимо, делает, вот. Все довольны, всем предлагают все. Поэтому всем тоже я советую посетить эту группу, подписаться и подписаться на его канал. Также не забывайте про видос про BMW, что завтра последний день. Если утром не будет 300 лайков, то конкурса не будет. Ссылка на это видео тоже будет в описании, если что. Потому что были условия такие. Вы набираете 300 лайков под это видео, я вам дал неделю. Это нормально, у нас 10 тысяч, почти 11 на канале. Но вы почему-то не можете набрать 300 лайков. Возможно, вы увидите это, и кто-то не видел этот видос и поставит лайк. Поэтому давайте, пацаны, ставьте лайки, 300 лайков. Я разыграю BMW M5 E60 на блат номерах с одним чипом, с нитро.
Поэтому все зависит только от вас уже, пацаны. Если вы наберете лайки, возможно, не знаю, посмотрим. Посмотрим, если хотя бы будет там 290 лайков, я тоже сделаю конкурс, но нужно 300 вообще лайков, если что. Но так, я вроде бы все рассказал. Также он маппингом, походу, занимается, потому что он спрашивал, где там деревьев. И не только. Можете следить реально за группой, здесь каждый день практически выходит что-то новое, что-то интересное. Кстати, вы писали, это новая Камри, возможно. Я это все показывал, как будет появляться новая инфа, я тоже буду вам это все показывать. Но я не буду там, если одну картинку скинуть, я не буду, понятное дело, снимать видос, если там наберется хотя бы 5 фоточек новых и больше. ВК я его не знаю, честно говоря. Так, лайк я ставил, да. Поддержите, давайте чувака поддержим, поможем ему доделывать модпак, чтобы он быстрее вышел, потому что, блин, самое главное в основном на проектах это модпак. Как бы у других проектов модпаки лучше, и хотелось бы, чтобы на Мазинге тоже был охрененный модпак. И мы этому можем помочь, так сказать, своими идеями, предложениями насчет тачек. Кстати, здесь коммент был сейчас, я даже скажу какой. Сейчас, где-то он тут был. Сейчас. Да, где-то он здесь был, сейчас я этот коммент найду. Где-то чувак здесь, короче, писал. Вот, сделай на BMW M5 винилы. Реально, давайте будем писать, чтобы он винилы еще добавил, если бы это будет возможно. На многие тачки, там, на Бэху, там, не знаю, еще на многие популярные машины на сервере. Я думаю, это было бы очень круто, реально, очень круто. Ну что ж, не буду затягивать видос, пацаны. Повторюсь, группа данного модпакера. Канал тоже в описании. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу. Давайте поддержим. Давайте постараемся помочь, чтобы модпак реально вышел быстрее, чтобы, возможно, даже в июне он уже вышел, может, даже раньше. Постараемся, поможем ему, как можем. Возможно, кто-то может тоже модельки делать, ему скидывать готовые с нуля. Многие там, типа, бомбят, что модельки спизжены с Радмира, но, не знаю, пацаны, скорее всего, он просто их с нуля делает. Да, есть похожие модели, но я уверен, что если взять модельку там с Радмира и с Амазинга, какой делает этот человек, то они будут отличаться. По-любому будут отличаться. Поэтому не знаю. Не знаю. Всем спасибо за просмотр. Ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на данного человека. Повторю, все ссылки, просто все ссылки, какие могут быть, будут в описании. Всем пока-пока и удачи. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.